Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня знаменательный такой день для меня. Мне пришло вот такое вот извещение сначала пришло, и я съездила сегодня, забрала очередную посылку. Здесь вот написано мой адрес, да, кому она предоставлена. То есть все. Я когда пришла на почту, увидела вот эту посылку, думаю, что это такое мне пришло. Знаете, я была в восторге, когда распечатала вот этот конвертик, распечатывала его в машине, потому что мне посмотреть, что там, не терпелось посмотреть, да, что в этом конверте мне прислала именно компания. Сейчас я вам покажу, что там было внутри. Сейчас, секундочку. Вот это то, что было внутри этого пакетика. Вот сам пакетик. И давайте посмотрим, что здесь. То есть вот такой вот красивая такая коробочка. И здесь значок и бриллиантик маленький. Представляете, мне это безумно было. Я безумно вообще рада, что вот такой подарок мне пришел от компании. Это подарок, поздравление. То, что я достигла ранга алмаза. Здесь вот маленький бриллиантик и написано Diamond. Вот такой вот интересный значок. И еще пришел вот такой вот сертификат. Поздравления тоже. Здесь имя, фамилия, Diamond, да. Бен Глински, это наш президент, и компания Skinny Body Care. То есть вот такое поздравительное вознаграждение пришло от компании. Я в этой компании работаю второй год, с 12 мая. Эта компания изменила полностью мою жизнь. И до сих пор, работая второй год, да, я как бы все больше и больше убеждаюсь, благодарю Бога, что Он мне дал такой шанс, и за полтора года моя жизнь полностью изменилась. Вот такое вот поздравление пришло от компании. Я безумно рада, вот правда, вот вы не представляете, что сейчас во мне вот бурлит внутри меня. И вот такой вот значок, видите? Вот и здесь маленький такой вот бриллиантик. Ну, то есть, и здесь поздравительное, да, что я достигла этого ранга. То есть, я очень рада, сегодня получила такую посылочку. Сейчас купила рамку. Такую рамку я сейчас все это сделаю и повешу у себя перед глазками. Я безумно рада, то, что я достигла этого ранга. Этот ранг уже высшей квалификации. На нем зарплата уже очень большая. Я никогда не сомневалась ни разу, что компания что-то мне не выплатит, либо там не придет продукция. Все выплачивается каждую неделю, каждый четверг. И я благодарю каждый день Бога, что Он мне дал такой шанс, что Он мне дал вот эту вот возможность изменить с этой компанией, да, всю, изменить свою жизнь. Именно предоставил, дал мне эту компанию. Сейчас я сделаю фотографии, сделаю, все выставлю на свои странички. Вы это еще внимательно все посмотрите. Поэтому задумайтесь, мы живем не 500 лет, да, мы живем всего не стой там. У нас одна жизнь, и у всех определенный срок жизни. Задумайтесь, где вы сейчас работаете. Посмотрите на мои достижения, которые я достигла за полтора года работы в этой компании. Если был бы лохотрон, как вы мне пишете, 90% друзей говорят, что это лохотрон. Но ради Бога, то, что вы говорите, это ваше мнение. Я точно так же думала, но я думала не год, не полгода, как вы сидите на страничках и наблюдаете за мной. Я думала 2 месяца. Сейчас я гноблю себя, что я 2 месяца не зарегистрировалась в этой компании. Сейчас бы, может быть, я не машину, а квартиру бы себе уже приобрела. 2 месяца просто я думала. Ну, всем до свидания, всем всего доброго, до следующих видеороликов. Пока-пока.